Приветствую, друзья! Вот наш новый вебинар отличается тем, что там уникальным образом вы будете вспоминать по определенному критерию максимальной комфортности то, что вы делали в детстве или в юности, или, может быть, 2 года назад, когда вы были счастливы. Вот когда вы были счастливы, что вы делали в этот момент? И будете моделировать по определенному алгоритму, который я покажу, и вы вдруг увидите. Или вылезает какая-то тревога, беспокойство, паники, неприятности, потому что это все равно как шар поднимается в воздушный, а балласт надо сбрасывать. Я подскажу алгоритм, как сбрасывать балласт. И вы освободитесь. Вы освободитесь, будете чувствовать себя так свободно, так хорошо, такое будет состояние, и там будут открываться ваши таланты. И вы на втором этапе начнете вспоминать, что вы в детстве больше всего любили? Ну, Господи, не буду сейчас все рассказывать, я там дам алгоритмы, приемы, как это сделать, и вы увидите, как это просто. Но просто, когда ты это уже знаешь. А я вам это расскажу и покажу, и мы все выйдем в Zoom, и там потренируемся. Это будет замечательно.